Здарова всем, ребята, Кент пока на проводе, и прямо сегодня я, ребятки, подарю бездомному совершенно бесплатно нож Stand of 2. Это будет реально очень круто, и мы посмотрим на его реакцию, так что присаживайтесь поудобнее, а мы начинаем. Ну а перед началом хотел бы вам разыграть Керамби и Драгонглэд. Чтобы получить, мне надо первое, поставить лайк и подписаться на мой канал. Во-вторых, посмотреть все видео без перемоток. И в-третьих, напиши любой хороший комментарий, плюс твою ID. Всем желаю удачи. На GG Stand of вышло свежее обновление, добавили весенние кейсы, в которых вас ждет топовый дроп, обновили сам сайт и группу ВК. Также добавили бесплатные подарки за пополнение, просто пополняешь баланс и забираешь призы. Не забываем также про бесплатный барабан бонусов, а по моему промокоду получаете еще один бесплатный барабан бонусов. Также в описании есть промокод на бесплатных 35% пополнению. Все нужные ссылочки ты найдешь в описании. GG Stand of — мой выбор. Здарова всем, ребята, Кент пока на проводе, и я думаю, вы все прекрасно помните парня с прошлого видео, у которого просто-напросто нету ножа, потому что, ребята, он просто живет на улице, и прямо сегодня я постараюсь хоть чуть-чуть сделать его серую жизнь немножко светлее. Тем более, ребятки, он говорил то, что он киберспортсмен, поэтому я прямо сегодня его вызвал на дуэль, и если он меня выиграет, то я рандомно подарю ему любой нож Stand of 2, просто рандомно, даже если это будет Керамбит Голд. Алло, Дениска, приветик, ты как? Алло, привет, меня родители выгнали. Опять выгнали? Куда? В подъезде стою. Они тебя выгнали в подъезд, и ты всю ночь будешь стоять тут-то? Да. Блин, Денис, ладно, выключай камеру. У меня для тебя есть очень приятное предложение. Короче, Денис, смотри, какое для тебя есть предложение. Если ты меня побеждаешь в дуэли, то я тебе на твой аккаунт передаю Керамбит Голд. Это все не кликбейт, все по-настоящему. Если же ты в дуэли проигрываешь, то тогда ты рандомно получаешь любой нож от Скорпиона до Керамита Голд. Это все выберет рандом. Согласен? То есть в любом случае ты выигрываешь. Да. Все, братуха, говори свой ID и погнали. 5 minutes later. Ну что ж, Дениска, вот мы с тобой и встретились. Давай рассказывай немножко о себе, потому что многим подписчикам стало интересно, как ты стал бомжом. Расскажи, пожалуйста. Ну, мне 13 лет, живу я в городе Оренбург. Я в 6 классе, я, ну, тяжело вообще учиться, потому что вот поэтому меня и выгоняют родители. Подожди, а как давно тебе родители начали выгонять на улицу? Расскажи мне, пожалуйста. Ну, 2 года назад. То есть ты с 4 класса спишь на улице из-за плохих оценок? Ты серьезно? Да. Ох, ништяк, первый раунд взяли. Слушай, Дениска, расскажи, пожалуйста, а что это у тебя за клан такой? Мне очень интересно, потому что ты в каком-то клане стоишь, Гладиатор ЕС. Кто это такие? Рассказывай. Это, ну, клан бомжей, но мы хорошо играем вообще. Просто вы бездомные, да? Извини. Да. Просто знаешь, немножко смешно, потому что в стендофе бомжами называют тех, у кого плохие скины. Ну, вообще скины не решают. Ну, я согласен, братан, слушай, Денис, расскажи, а ты мечтаешь себе о ноже или нет? Конечно, мне бы любой нож. Денис, ну, сегодня ты получишь любой нож, вот как тебе повезет? А что, Скорпион нож плохой, если на халяву? Ну, нормальный, но не люблю. Не любишь Скорпион нож, короче, тебе надо что-то подороже, побогаче. Слушай, а неужто родители у тебя такие жестокие, почему они тебя выгоняют на улице? Я вообще не понимаю. Ну, просто, ну, плохо учусь, поэтому. Ну, а ты считаешь это нормально вообще, твое мнение? Нет, конечно. Я не знаю, слушай, надо будет как-то решить эту проблему, потому что я считаю, это не дело. Ребята, если вы считаете, что я должен помочь Денису, просто хэштег «помоги Денису», потому что, ребят, ну как так Дениску выгонять на улице из-за плохих оценок, что это за бред? Денис, расскажи мне, пожалуйста, еще, как давно ты играешь в стендов? Я играю в стендов, ну, 2 года вообще. А откуда у тебя вообще интернет, если ты все время, ну, говоришь, ну, на улице? Ну, я взломал соседа. Ты, то есть, сидишь через соседский Wi-Fi, да? Да. И ты еще мне говорил, что ваш клан, вот этот клан бездомных, это тир-3 клан в стендофе, да? Да. Ну, то есть вы, в принципе, хорошие киберспортсмены. А расскажи, а с кем ты из великих киберспортивных команд уже успел сыграть? Например, Gameter Games. Это тот же самый Т3 клан. Так, ну, слушай. О, на турнирах участвовал. Так, раньше, ну, это круто, сейчас это больше. Круто. Денис, ты в будущем хотел бы быть киберспортсменом? Да. Ну, я тебе скажу так, у тебя довольно-таки большое будущее. Нет, ого-го, ничего себе, слушай, ну ты неплохо играешь, прям очень достойно. Давай, я тебе желаю удачи, если ты меня выиграешь, спасибо, ты получаешь Керамбит Голд. Но если ты проиграешь, то может быть тоже Керамбит Голд, понимаешь? Слушай, ну неплохо, да. Неплохо, 3-1, ты уже начал немножко камбэчить, как я понимаю, ты немножко волнуешься. Ребят, не следите строго Дениса, потому что он просто-напросто волнуется. Денис, а ты где прямо сейчас находишься? Где ты прямо сейчас играешь, в подъезде? Да. Денис, дашь мне, пожалуйста, номер твоих родителей, это просто что-то с чем-то. Из-за чего они выгоняют на улицу, это, я считаю, это не норма, а надо тебе помочь однозначно.
Ой-ой-ой, 4-2. Ну, неплохо, неплохо. Слушай, ну я тебе скажу так, мой тебе совет, если это все правда, и ты меня реально не байтишь, не разводишь, то я тебе реально советую обратись к директору школы или к психологу, они должны помочь в таких ситуациях. Ты пробовал им говорить? Да, я и говорил. И что они отвечали? Они говорят, да не волнуйся, все будет нормально. Нифига себе, не волнуйся, ты спишь на улице, они говорят, не волнуйся. Ха, нормально. Ну да. Слушай, а ты вообще, когда спишь, тебе не холодно? Холодно, конечно. Ну, сейчас уже хотя бы потеплее, да? Нормально, 5-2. Денис, давай соберись, я не знаю, если тебе неудобно хочешь, я могу тебя не спрашивать разные вопросы. Давай соберись, потому что если ты побеждаешь, ты гарантированно получаешь керамбит гол, понимаешь? Бесплатно, да, это не кликбейт. У меня 300 тысяч голды, я думаю, ты видел, мне для тебя вообще ничего не жалко. Я видел, да. Тем более, у тебя такая ситуация, конечно, мы тебе поможем однозначненько. Ну, давайте сейчас сделаем вот так вот. И немножечко сменим нашу тактику. А Денис, скорее всего, меня услышал и сейчас мне наваляет. А не, не повезло. 6-2. Денис, ну елки-палки, ты же в тир 3 клане стоишь. А ты, кстати, в клане кто там? Создатель, заместитель или какая у тебя должность? Я кэп. Ты капитан клана? Да. Они, да подожди, так они бездомные, потому что живут на улице или потому что нету скинов? Потому на улице? Они, да, на улице и скинам нет ничего. Блин, Денис, извини, но я не знаю, мне прям аж как не верится. Да, нормально. Извини, что я смеюсь, ну, блин, я, Ориса, не с плохих побуждений. Ой-ой-ой, прострелом, ты чё, 7-2? Денис, если хочешь, можем вообще сыграть клан Маслята против вашего клана. А как вообще ваш клан расшифровывается? Gold S или как? Гладиаторы. А, гладиаторы, я уже и забыл. Давай, Дениска, 7-2. Слушай, ну у тебя есть все шансы на победу. Сейчас просто соберешься и выиграешь. Так я тоже не размят. Давай, Денис, все мы в равных. Я вообще сейчас вслепую стреляю, чтобы ты понимал. Сейчас мы, ребят, с Дениской разберемся! Опа, 8-2. Ну, Денис. Нет, 7-2. Не расстраивайся, не расстраивайся. Знаешь почему? Потому что прямо сейчас ты получишь рандомный нож. Начиная вот с Скорпион. Ну, я помог выиграть, но у меня заканчивай керамбит голд. Да-да, у тебя пинг был сотка. Ясен пень, это большой пинг. 5 minutes later. Ну что ж, Дениска, хоть ты и проиграл, но я хотел бы тебе сделать подарок лично от себя. У тебя есть большой шанс получить любой из этих ножей. Ну что ж, Денис, какой нож ты хочешь? Бабочку. Ты понимаешь, ты можешь получить даже керамбит голд. Ну что же, 3-2-1. Поехали! Давай. Ой, керамбит голд крутится. Ой, бабочка, ой. Так. Давай. Просто, ребята, хэштег. Керамбит голд. И Денис выпадает кунай. Ничего, Дениска, не расстраивайся. Кунай тоже хороший нож. Ты вообще доволен или нет? Да, спасибо большое. Ну что, Дениска, ты выиграл кунай. Но я тебе скажу только одно. Знаешь что? Как по мне, ты реально заслужишь больше. Тем более, у тебя довольно-таки сложная судьба. Но, братан, прямо сейчас я нажимаю кнопочку применить, и ты получаешь. Ты получаешь М9БНН приблок! Братуха, поздравляю, просто лучший! Братух, просто всего тебе хорошего! Давай, родной! Ну что, ты доволен? Да, спасибо. Просто представь, ты теперь будешь бегать с этим охренепупительным ножом. То есть ты получил кунай, но я реально хотел тебе дать немножко больше, но, братан, ты получаешь М9 байонет. Всего тебе хорошего. Ну что же, а вы, уважаемые подписчики, прямо сейчас прожимайте лайк, пишите любой хороший комментарий и подписывайтесь на мой канал, потому что, возможно, в следующий раз я прокачаю именно вас. Всем удачи, всем пока.